Всем привет! Сегодня я хочу продолжить свой рассказ о хорошем очень месте в городе Сеул, ручей Чонгичон. Мне очень нравится это место, и сейчас я вам расскажу о том, как это выглядит в вечернее время, что там можно поделать в это время. На берегу вдоль ручья есть очень много кафешек, и они так сделаны, что много панорамных окон и столики стоят вдоль окон. Поэтому, если вы зайдете туда выпить чашечку чая или кофе в любое время года, даже в самое холодное, очень приятное ощущение. Ну, мне, во всяком случае, понравилось, сидя за чашкой кофе, наблюдать вот эти небоскребы светящиеся, очень красивые. Ручеек, люди там гуляют. Ну, прикольно. По самому ручейку тоже очень интересно гулять. В вечернее время он подсвечен разными красивыми фонариками, и освещение там есть. Также вот здесь вы видите такой как бы туман, да? Это там в одном месте было обещано световое лазерное шоу. Этот туман — это как брызги, такое полотно из мелких-мелких брызг воды, и на фоне него лазерными лучиками идет светопредставление. Играет музыка громко достаточно, и вот такое происходит действие. А также в предыдущем видео я вам показывала, была там инсталляция из бумажных фигур. Вот в вечернее время внутри них светятся фонарики, и тоже очень красиво. Как вы видите, собирается много народу посмотреть на эту инсталляцию, потому что действительно зрелище такое впечатляющее, фигуры очень большие, сложного исполнения, и мне кажется, что даже живьем они еще более красивые, чем вот здесь на фото. Еще в одном месте там на фоне стены тоже происходит лазерное шоу, тоже некоторая музыка играет, и на фоне стены лазером высвечиваются различные картины и рисунки. Вечером большое количество людей гуляет, особенно парочек, такой романтический период суток. Они сидят на берегу ручейка, что-то там между собой обсуждают. Но хочу обратить ваше внимание, что никаких лавочек, скамеечек вообще там нету. Все сидят на ступеньках вдоль ручейка. Ну, корейцам вообще, мне кажется, привычно сидеть на тротуарах, а не постоянно на полу, да, там это на дорогах. Для нас это немного непривычно. Поэтому имейте в виду, если вам захочется посидеть, особенно в холодное время года, ну, не знаю, что с собой, подушечку, пакетик, сумочку, что-то такое, имейте в виду, в общем. Ну, а сейчас посмотрите небольшое видео, которое я сняла в вечернее время суток на ручье Чонгичон. Ну, так видно, конечно, но не в таком красоте, как мы сейчас все это видим. А, это мы пришли на ручей, но уже свечерело, и очень холодно, и темно, и ничего как бы на фотоаппарате не видно, на камере не видно, но зато очень красиво. Поэтому мы решили пойти купить кофе. Ну, как бы здесь должно быть где-то лазерное шоу обещанное, но как-то его не сильно видно. Внизу над рекой вода разбрызгивается, якобы должно быть видно шоу. Но, увы. Thank you.
Спасибо. Ну вот так вот. Я надеюсь, у вас будет возможность своими глазками все это увидеть, своими ножками там прогуляться. Поэтому желаю вам хороших путешествий. А пока я с вами прощаюсь, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересного. Пока-пока!